девочки, идем, в общем, в отель, в который Вера, в котором Вера и ее муж жили, когда они начинали всю эту мутатень с документами и так далее. Сейчас зайдем. Называется Вера Бич отель. Вера Бич. Как название города. Он очень популярный, модный, считается самый здесь. И, естественно, дорогой. Ну, естественно. И мы сейчас зайдем и попьем водички. А, кстати, про воду, девочки, представляете, вода здесь бесплатная. То есть ты можешь зайти в любой отель, бар, ресторан и попросить воды, тебе обязаны дать. Или воду. Льда. А? Или льда. Или льда, да. И если тебе не дадут, то этот и ты пожалуешься, то это заведение закроют. Представляете, не то, что у нас. Здесь закон. Вода бесплатна везде. Единственное, что если проперти, то есть твой частный дом, ты можешь отказать, это твой частный дом. Да. Никто не имеет права к тебе заходить. А если это общественное место, такое как ресторан, бар, отель, даже магазин, в магазинах тоже есть вода, вот, они должны тебе дать, ну не бутылки, а вот налить. Налить, вот, ага. Кстати, да, можно было бы, да. Здесь как балкончик такие. Угу. Здесь мы сейчас шли. Нет, пойдем, ну, да, да. Там как-то все-таки поинтереснее. Ракушечки. Ну, где будем сидеть-то? Да, можно, в принципе, я так подумала, бесплатной воды заказать и посидеть. Да, пиво можно. Бесплатная вода. Заказали и сидят. Ага, изучают. Тут самые красивые заняты столики. Нет, почему? Может, там сидеть прямо. Ага. Вот это фаерплейс, он горит очень. А, ночью, ночью, да. Можем сесть вот там, смотри, как красиво. Ага. Вечером здесь вообще шикарно. За столик? Нет, вот сейчас, я тебе покажу просто этот отель немножко. Ага. Там за баром сесть, можно там. Сейчас, секундочку. Напоминает Турцию? Ха! Полотенце, слушайте. Что у нас? Смотри, девочки, прям готовят и тебе на стол подают. Красиво, конечно. Ты хочешь бутылочный или такой натуральный? Я не знаю, какой ты. Девочки, ну что, мы сели, заказали себе пиво, сели. И вот смотрим на океан. Сели вот на такие штучки. Жизнь прекрасна, когда ты в Майами. Жизнь прекрасна и удивительна, если выпить предварительно. Вот это отель. Это Стефан. Мы сейчас сюда идем. Uh-huh. Я тебя сейчас видишь, за раз опять все покажу. Вот эти знаменитые купальники. Да тут, мне кажется, если бы я месяц была, ты бы не месяц показывала. Показывала все. Ну каждый же день что-то показываешь. Бутюки девочки. Ты понимала, как здорово жить во Флориде. Чтобы ты вдруг
подумала и сделала, например, попыталась сделать гражданство себе или хотя бы визу еще одну, чтобы навещать меня. Не, визу понятно. Ты неужели ты не будешь фотографироваться вот здесь? Нет, я... Это отель Бейонсе. Он принадлежит Бейонсе, она хозяйка, она здесь часто бывает, и она постоянно поет в этом отеле и даже приходит в другие бары петь. Ну, просто она отдыхает здесь. И у нее здесь есть свое, ну, свой личный дом недалеко. Она часто приходит. А, да. Заходим в отель. Девочки, просто заходим в отель, пофоткались и ушли. Все. О, здесь очень хорошо кондиционер работает, потому что на улице пасмурно, но... на улице пасмурно, но очень-очень душно. Просто зашли, посмотрели и ушли. Это бар и ресторан Глория Стефан. Вот здесь очень вкусно. А здесь тоже там есть это. А? Мы сейчас подойдем к. Ну там приятнее все равно. Ну там да. А это все, да? Да, все. Вот чуть-чуть. Все, да, ага. Но зато отель Бейонсе. Таким прекрасным ароматом. Что ты смотри, слушай, никакой. Это тут охрана сидит или вот что? Смотри. Где охрана? Здесь на самом деле это мужской все безопасно. Здесь на самом деле вообще все безопасно. Поэтому люди не имеют охраны. На самом деле здесь люди другие. Они. На каком-то французский. То есть, да, девчонки, какой экран, тебе никто ничего не спрашивает. Зашел, походил, пофоткался. У тебя в Москве еще попросят денег за то, что там пофоткался. Да, не такое, никто не спустит меня. Колеса. Если они через 2 часа проедут и мелком здесь помечено, то будет штраф. Потому что разрешается стоять только 2 часа именно на этом месте. 2 часа ты можешь стоять, но, не, например, не целую ночь или там целый день, знаешь, как поставил и вообще уехал на неделю. Вот, поэтому будет тогда штраф. А из-за того, что здесь самое популярное место, и все хотят сюда приехать, все припарковаться. Вот он, например, меня по колесу сделал, я раз и уехала. Все, он меня не увидит. Но если он проедет здесь через 2 часа и увидит опять мелок, то он наложит ему штраф. Ну, это только на этой вот центральной только, улице? Только центральная улица, да. Вот, смотри, опять же, еще раз одна площадка. Хочешь посмотреть? Нет, все, одну посмотрю, я там тоже. Ну, сам. Давай зайдем, посмотрим что-нибудь. Хватит лениться. Девочки, идем еще один парк. И потом пойдем есть мороженое. Самое вкусное мороженое во Флориде. Это удачненько я сказала, что я хочу мороженое. Потому что бургер я уже ела. Сейчас мне Вера говорит, это, давай бургер. Бургер я уже ела, попробовала. Мороженое я еще за неделю ни разу не попробовала. Вот. О, вот здесь прям огромная горка для детей. Прям вообще, да, мега. Больше площадка.
Здесь здесь меньше вот для пикников, но для детей больше. Да, в основном больше. Пикник там делают, а здесь просто приходят играть с детьми, ага. И там же океан тоже. Но мы там, не пойдем. Да, туда. Не пойдем уже, все. Там качельки, там... Угу. Hi. Hello there. Hi. Она что-то улыбается, думает, сказать что-нибудь. Ну да. Она говорит мне, hello there. Это значит... Дорогая. Ну, нет. Она говорит, ну привет там. А, привет там? Да. Ну привет там. Там где-нибудь я привет. Я вообще раньше не понимала. Или там, знаешь, по-английски там что-то скажут. Ну я буду там. Где там? Понимаешь? Там это значит там, где я буду, понимаешь? Ага. Я буду там. Да, сейчас красивый такой сделают. Они могут хоть три туда прилететь. А, вот смотри, берешь и пробуешь. Да, тут можно ложечкой попробовать. А теперь по цене скажу, сколько это будет стоить. А, он тебе сейчас скажет. А вот это почему дороже на... Yes. Thank you so much. You're Are you sharing that, girls? Девочки пришли встречать Нику с автобуса, школьный автобус. И здесь, ну, как бы нужно обязательно встречать, просто так она не сможет дойти, там, тут идти 5 минут до дома. Нельзя, нельзя. Нельзя, да. Вот, и сейчас покажу, как это происходит. Вон выезжают автобусы эти желтенькие. А, вот видно, сейчас видно. На максимум. Вон три штуки сразу выезжают, и сейчас уже будут останавливаться. Нет, один, он может быть, сейчас позже они будут. А, их четыре должны быть? Да, в основном четыре, а может быть и три. Один проехал, может, уже был, который мы видели, да? Он может что-то выбрать, а эти не, а как? Что он останавливается, да? Который останавливается, будут у него мигать. А, нет, ну это не значит мигает, не наш, мимо. Значит это не наш. Да. Вот эти штучки мне безумно нравятся. Название поселка. Задержался. На время можешь? Девочки наш, последний, четвертый. Припозднился. Тут доехать от школы одну минуту. Но на авто, на едем на автобусе, потому что это круто. Я бы тоже на автобус ездила. Вот, замигали. А, замигали. Все, он останавливается. И дальше снимай. Я снимаю. Надо туда походить, или она сама выходит? Смотри, снимай. Сейчас будет, вот под ее стрелка вышла. Ага. Все ждут, пока дети высадятся. Привет! Вот наша красавица. Все, мы пошли. У нас дождь. Девочки, такой ураган поднялся. Жесть, сколько он гремел даже. Все это. Он трясется все. Дома Вера уехала с друзьями. Я что-то не захотела. Все уже, кошмар. В Майами и сижу дома. Ну ладно, тут дом-то охрененный, поэтому что бы дома не посидеть. Денечек, а то мы вечно куда-то несемся. Поэтому я сегодня дома. С бабушкой буду смотреть, что она себе, какие покупки она себе сделала. Ой, что она себе купила, в общем, будем сейчас смотреть. Ой, девочки, радуга, смотрите, как красиво. Алеш, видишь радугу? Поедем. Хорошо, хорошо, смотри, радуга. Радуга. Видишь? На небе, на небо посмотри, видишь полоски разноцветные? Вон там. Подъедь сюда-то, поближе. Дождик прошел, мы вышли немножко погулять. Видишь, вон, смотри. Вон. Rainbow. Rainbow. Радуга, да? Двойная. Девушки, девчонки, двойная. Смотрите, как красиво. Девчонки, ну что, мы одни дома. Сейчас будем смотреть, что бабушка купила себе. У меня какой-то синяк под глазом.
места нету. Вот такие. А я тебе сейчас другую сделаю. Какой дом? А наоборот, ценник это очень хорошо. Да? Потом сдерешь. Ага. Есть это вещи... столько стоит? Да. У тебя есть столько денег? Нет. У меня всего лишь 10. Долларов? Вот я. Девочки, ну что, показываю покупочки бабушки. В общем, это духи. Я вообще не знаю, что это за фирма такая. Это женские. Тут вот маленькая упаковочка. А это сколько? Тоже $10. 15. Ну, блин. Ну, я посмотрю там тогда. А размер у тебя какой? Мне кажется, у меня такой же. Мне влезут. Померишь. К трусы? Я вырежу потом если. Так, это... Нет, мне не надо мерить. Нет, так, это мужские у нас духи. Тоже не знаю такую фирму. Вот это что-то первое слово знакомо. Винце. Не знаю. Так, дальше вот такие вот штаны с лампасами, как лосинки. Да, бабушка, они как лосинки идут? Или они тебе не как лосинки? Как спортивные. А, как спортивные. Девочки, сумка Кевин Кляйн. А, так, вот это вот $109. Это ты не помнишь, бабушка, сколько стоило? Так, цены надо. $12, 13. Блин. Так, девочки, продолжаем. Вот такая вот жилеточка. Так, девочки, жилеточка. Так, ценник. Самое главное, ценник $20, девочки. Что за фирма? Фирма, я не знаю такого. Дальше. Дикенвай. Ага. Там тебя не видно, бабушка. Беспокойся. А, это Ольгина. А, да. Так, еще один детский костюмчик. Смотрите, какой миленький, да? Ну, тоже на вырост, да, получается? На 4, на 4, ей 3. И еще и сумочка тут, смотрите, какая. Ценник у нас какой? $32. Нет. Это стоило 32. Это стоило 32, купали дешевле. Ну, тут чуть нет второго ценника. За 10, наверное. За 10. Прикольненький. Дальше Дикенвай футболочка. $6. Дикенвай, это я знаю. Дальше $12. Вот такой вот маленький плюшевая штучка. Так, это что за фирма? Он какая-то детская, тоже не знаю такое. Так, сумка Кевин Кляйн. А я помню, мы ее вместе покупали. $50, в общем, она стоит. Кошелек Тахари. $14. Ой, это еще тут. Это Ли, это Убер. Это... Ага, вот еще девочки. Маленькие. Что за фирма? Ну, и тоже не знаю такую фирму. Ценник? Ценника тоже нет. Ну, нет так нет. Это. Так, сумка. Блин, этот бренд я не могу выговорить, если честно. Сейчас покажу. Стоила она 46, но здесь плюс налог добавляется где-то $2-3, если что, на каждую. Такая вот сумка. Вот он, так, значочек. Так, переходим дальше. Вот такую вот, я вот что бабушке говорю, такую 100% беру, если найду. Я такую хочу прям. И стоит она вообще что-то какие-то копейки. $20 она стоит еще, представляете? Даже на китайском сайте такие дороже будут стоить. Вообще цвет бомбический. Дальше. Вот такую. Это мужская. Она легенькая-легенькая. Еще и с капюшончиком идет. 35, да, ценника здесь нет? 35 она стоила. Смотрите, да? Вообще огонь. Так, дальше такая туничечка. Ну, тоже 35 плюс налог. Такая вот очень мягенькая, такая здоровская. Вот это платье-бомба. А, Томми Хилфигер как-то, да, называется? Томми Хилфигер. Вообще крутая. А она сколько стоила-то там? Где-то тут под рукавом, что ли? Или ты уже отрезала бы? Я же ходила в ней уже. А, уже ходила? Сколько стоит она? Ты не помнишь? Не помню, тоже дешево. Тоже дешево. Девочки, тоже дешево. Вот это вот, смотрите, какая прелесть. Это размерка М-ка и стоит $40. Вообще кайф.
Вот если бы я обносила, я бы тоже себе такое купила. Но у меня руки будут толстые слишком. И вот еще костюмчик. Видите, смотрите, как сочетается. Синенькие брючки. Белая футболка с синими полосочками. С красными. Тоже Томми Хилфигер. А, что это тут у нас по цене? А, нет, это не та цена. 50, разве 60 долларов стоило? Нет, все вместе 50. Все вместе 50. Ну что-то этот ценник, наверное, без скидки. Да, все вместе 50 долларов. Вообще огонь.